Семья – это праздник, общение, возможность научиться чему-то друг у друга. А рецепт котлет, который я сегодня буду готовить, мне прислал сын. Начнем тереть овощи. У нас прекрасных два сына, и я всегда стараюсь найти подход к каждому. Кто-то котлеты ест просто так, а для желающих делаю соус. И котлеты можно обжарить, а можно запечь в духовке. Эти котлетки очень вкусно подать с творожным соусом. Приятного аппетита!